привет! Вы на канале Твой Арт. Сегодня мы вместе с вами будем делать подставку для ручек и карандашей. Вот уже есть готовая подставочка у меня для маленьких карандашей высотой 7 сантиметров. А мы сегодня с вами научимся делать подставочку для стандартных ручек и карандашей. Для того, чтобы сделать нам эту подставку, нам необходим листок бумаги. Можем брать стандартный листок бумаги формата А4 разноцветный. Вот. И с этого листка бумаги формировать ровный квадрат. Вы знаете, как это делать. Надо просто завернуть меньшую сторону к большей стороне по диагонали. И вот таким образом у нас получается квадрат. Вырезаем наш квадрат. Вы можете покупать уже готовые листки цветной бумаги разрезанной. Например, для того, чтобы сделать эту маленькую подставку, я использовала уже готовые листки цветной бумаги размером 14 на 14. И, соответственно, высота подставки вышла 7 сантиметров. Для этой поделки вы можете использовать разные цвета, какие вам нравятся. Мы выбирали, например, зеленый, желтый и розовые цвета. Давайте будем делать нашу поделку. У нас получился вот такой квадрат размером 21 на 21. Вот этот квадрат мы складываем пополам. Разравниваем наши стороны, раскрываем его, и теперь внешние углы складываем пополам опять к середине. Один и второй. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас формировались равные части нашего квадрата. Вот, у нас есть такие 4 равные части. Теперь разворачиваем другой стороной и также мы складываем пополам. Сложили, разровняли. И также складываем внешние наши стороны в середину. Таким образом мы получим много квадратиков, вот если вы увидите с одной стороны, и сейчас будем и с другой стороны. Вот такая у нас получилась заготовка. В этого квадрата берем крайние углы, крайние квадраты, сгинаем по диагонали, заворачиваем середину угол. Один, заворачиваем. Другой, заворачиваем. Третий угол и заворачиваем четвертый угол. Вот такая получилась у нас заготовка. Теперь мы берем и складываем крайние листочки. Один и второй к середине. Вот такая у нас получилась поделка. Разворачиваем нашу поделку и крайние наши квадратики заворачиваем наверх. Раз. И два. Вот такая у нас получилась поделка. Так, теперь наша задача один квадратик, который получился с краю, всунуть в другой квадратик. Таким образом мы вот так их объединяем. Вкладываем. Вот. У нас в результате получился вот такой треугольник. Сейчас мы выровняем все стороны этого треугольника. Вот такой треугольник у нас получился. Это заготовка для нашего будущего изделия. Вот такой треугольник. Эти треугольники нам надо 6 штук. Мы сделаем еще треугольники зеленые и желтые. Поехали! Вот такие заготовочки у нас получились, всего их 6, каждого цвета по 2. Дальше что мы делаем? Для того, чтобы нам сделать вот такую красивую поделку, мы использовали фоамиран с блестками. Фоамиран очень хорошо клеится клеем ПВА к разноцветной бумаге, к картону, поэтому мы взяли наш фоамиран
И вырезали вот такие квадратики. Квадратики размером 3,5 сантиметра на 3,5 сантиметра. У нас 6 квадратиков. Каждого цвета, зеленый, желтый и розовый, мы сейчас будем приклеивать в серединку нашей поделочки. Берем наш клей. Например, берем наш зеленый фоамиран с блестками, проклеиваем по всей заготовке. Вот так. И приклеиваем серединку. Вот у нас есть она, эта серединка, видите? Сюда можете вы и цветную бумагу ставить, если захотите. Но мне очень нравится фоамиран с блестками, поэтому оно очень красиво смотрится. И поэтому я выбрала такой вариант. Вот и советую вам. Такая поделка будет она как праздничная. Вы даже можете такую подставочку потом кому-то даже подарить. Вот, посмотрите. Клею надо дать засохнуть, он подсохнет и будет красиво держаться. Также мы проделаем со всеми остальными нашими заготовками. Вот такие прекрасные заготовки у нас с вами получились. Очень красиво выглядит фоамиран с блестками на фоне цветной бумаги. Цвета вы можете подбирать любые. Можете взять синий, красный, например, и желтый. Это в зависимости от того, что вам нравится. Давайте будем делать нашу поделку дальше. Для того, чтобы нам сделать вот такой стаканчик, нам нужно будет скрепить все эти части нашей поделки. Мы берем по три части разного цвета, вот так вот, и их склеиваем между собой. Как мы склеиваем? Берем просто клей ПВА и промазываем нашу заготовку с одной стороны. У нас уже получился вот такой стаканчик. В основе этого стаканчика шестиугольник. И нам надо сделать дно этому стаканчику. Для того, чтобы сделать дно этому стаканчику, мы используем двусторонний картон цветной. Вот, и на этот картон мы ставим наш стаканчик. Чуть-чуть отступаем от краев, чтобы потом можно было сделать захлесты для того, чтобы приклеить этот картон на дно нашего стаканчика. И обрисовываем вокруг стаканчика карандашом нашу основу дна. Вот у нас должен выйти этот шестиугольник. Если чуть-чуть там криво получилось у вас нарисовать, ничего страшного. Мы все равно еще будем сейчас делать ушки. Вот. Чуть-чуть у меня тут криво. Ничего страшного. Вот такой шестиугольник у нас есть в основе. И к этому шестиугольнику мы дорисовываем вот такие полукруглые ушки. Вырезаем вот такой цветочек. Вот такой шестиугольник с ушками у нас получился. Теперь мы заворачиваем наше ушко по линиям изгиба. Заворачиваем. И получается у нас красивый, если завернуть все ушко, красивый шестиугольник. Вот так вот. У нас получился такой шестиугольник. Этот шестиугольник мы сейчас проклеим вот эти стороны и красивенько вставим в серединку нашей поделочки. Давайте клеить! Мы приклеили к основе нашей поделки уже дно, поправили ушки в середине, чтобы они лучше приклеились к стенкам с помощью карандаша. Теперь нашей подставке надо дать время, чтобы она подсохла. Когда она подсохнет, ее стеночки станут жесткими такими, и она будет прекрасно использоваться в прямом назначении для сохранения ручек и карандашей. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот у нас есть карандаши. Прекрасно, смотрите, наши карандаши стоят.
И очень красиво выглядит наша подставка. Такая праздничная подставка может быть как на вашем столе, и вы можете это сделать для себя, так и можете такую подставку приготовить кому-нибудь в подарок. Делайте подарки вместе с нами, делайте интересные вещи вместе с нами, с каналом «Твой арт». Подписывайтесь на мой канал, жду ваших подписок, и всем спасибо за внимание. Всем пока-пока!